Разумные компьютерные модели у реальной вытворчасти. Их распрацовкой займаются у инженерного центра Белорусско-Российского университета. Створенный меньше чем 2 года тому, центр зарабил шерох важных проектов для предприемств. Инженеринговый центр заявился в межах программы развития Белорусско-Российского университета, але поуплывали на его и мировые тенденции. В Германии появилась такая концепция Industry 4.0. То есть суть этой концепции – это 4-я промышленная революция, которая бы обеспечила конкурентоспособность промышленности в создании и внедрении в производство умных моделей. Менавіта разумные модели начали распрацовывать у центра. Новые инженерные идеи, конструкции и технологии выкликали попыт сбоку предприемств. Пошли конкретные заказы. С этого момента уже наши специалисты подключаются и работают совместно со специалистами завода. Но преимущество наше состоит в том, что мы используем передовые технологии, которые, ну, соответственно, есть на Западе, и мы осуществляем трансфер их к нам. Вот, и, соответственно, потом трансфер уже к технологической цепочке предприятия. Это позволяет скоротить термины проектирования. Супрацовники центра уже сделали шерох проектов для промысловости. Например, на Белазе снизили собекошт в творчестве машин, а при допомозе иншей распрацовки провели реконструкцию линии по вытворчести битумной эмульсии у Бобруйску. Это позволило на сегодняшний день получать стабильную температуру в течение 8 часов работы завода и, соответственно, на 7% быстрее выходить по времени на требуемую температуру. Ну, что в конечном итоге это снижение топливных затрат для заказчика. Сегодня у центра работают 4 проектные группы, у складе яких инженеры, аспиранты, науковые работники, университета и студенты. Пятикурсник Вячеслав трапил сюда тыдень тому. Очень нравится. Прям работа мечты, так сказать. Хотелось бы продолжать тут работать и после учебы, и потом. А покуль молодый человек працуя над черговой разумной моделью, теперь уже на правах супрацовника инженерного центра. Андрей Шуляк, Сергей Крапяко, Александр Тарасов. Новини регион.